Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Лухманов Максим Иванович. В моей следующей лекции мы поговорим о значении акта приемки выполненных работ и последствиях приемки результата работ в российском праве. В ходе данной лекции мы рассмотрим вопросы соотношения приемки результата работ как юридического факта и акта приемки как письменного документа, затронем дискуссию о правовой природе приемки и обсудим те правовые последствия, с которыми наш правопорядок связывает приемку результата работ. Смотрите нас на видеоконсультанта.